Переговоры в Брюсселе прошли успешно. Они имели несколько аспектов. Первый важнейший аспект заключался в том, чтобы Евросоюз не чувствовал себя отчужденным от мирного процесса на Южном Кавказе. И с этой точки зрения и президент Алиев, и Никол Пашинян, они выразили уважение Евросоюзу, подключили его тоже, что не только Россия участвует в этом. А второй аспект заключался в том, что Пашинян очень хочет затащить Евросоюз, прежде всего Францию, в переговорный процесс на Южном Кавказе, поскольку Франция занимает очень проармянскую позицию. Пашинян хотел бы подвинуть Россию. Я думаю, что это не удастся Пашиняну, поскольку и Россия, и Азербайджан не хотят, чтобы Франция играла большую роль в этом процессе, пока, во всяком случае, она занимает Франции неправильную позицию. И третий вопрос, конкретика по поводу Зангезурского коридора. Этот вопрос обсуждался достаточно подробно, и сейчас Армения боится открывать Зангезурский коридор, потому что боится, что более сильный Азербайджан через какое-то время может использовать этот Зангезурский коридор для того, чтобы вообще Зангезур присоединить к Азербайджану. А Азербайджан на этих переговорах занял более жесткую позицию по Зангезуру. В частности, президент Ильхам Алиев очень четко заявил о том, что Лачинский и Зангезурский коридоры должны функционировать одинаково. И если в Лачинском коридоре не будет азербайджанской таможни, тогда не должно быть и в Зангезурском коридоре азербайджанской таможни. А если в Зангезуре армяне хотят поставить таможню, тогда Азербайджан должен поставить свою таможню в Лачинском коридоре. То же самое касается и ширины этого коридора. Сейчас Армения хотела бы, чтобы через Зангезур проходили просто две дороги, автомобильная и железная. Но ведь Лачинский коридор – это достаточно широкий коридор. Он включается не только дороги, но и территории вокруг. Поэтому Зангезурский коридор тоже должен быть с некоторой экстерриториальностью. Но вот эти жесткие переговорные позиции будут продолжены,